Со скоростью ветра в регионе пройдет молодежная велогонка. Одно из самых масштабных велоспортивных событий в этом году посвятили столетию губернии. Соревнования будут проходить в течение 3 дней с 22 по 24 июня. Серию гонок откроют заезды с индивидуальным стартом на 20 километров по трассе Лежнева-Хозникова. А 23 июня на стадионе «Текстильщик» состоится гонка на выбывание, пожалуй, самая напряженная. По условиям этого заезда в каждом промежуточном финише выбывает один или два участника. Отдельные заезды будут организованы для спортсменов на шоссейниках, МТБ-велосипедах и велосипедах с фиксированной передачей. Вечером того же дня состоится уже для более сильных спортсменов групповая гонка, это в поселке Чернцы. И последний завершающий день, это 24 число, Чернцы, групповая гонка. Опять же, для уже взрослых сильных спортсменов. Регистрация пока идет, не завершена. Ожидаем порядка 100-150 участников, общее число. Надеюсь, их будет больше. Дополнительная регистрация участников пройдет за 2 часа до начала каждого этапа и закончится не позднее, чем за 30 минут до старта.